Около 30 мальчишек и девчонок, а также их родители взяли в руки мелки, чтобы нарисовать на асфальте нашу планету и то, какой они хотят ее видеть в ближайшем будущем. Что рисовать-то будешь, расскажи. Да. Землю. Землю? А она у тебя радостная будет или грустная? Расскажи. Радостная. Почему? Потому что она будет у меня за цвет. А какие цвета выберешь? Вот желтый, синий, красный и розовый. Образовательная акция «Рисуем зеленый мир и экологию» прошла в Центральном парке Видного в рамках празднования Дня защиты детей и Всемирного дня охраны окружающей среды. Ее цель – сформировать у детей бережное отношение к природе и нашей планете Земля. Детки объединяются, знакомятся, вместе обсуждать будут эту проблему. А проблема, сами понимаете, одна из важных сейчас у нас – это сохранение нашей природы, окружающей среды. Среди участников акции были ребята, приехавшие к нам из Донецкой и Луганской областей. Не сговариваясь, они нарисовали свою малую родину, утопающую в цветах, а рядом – радостных, улыбающихся детей. Павел, Виктория и двухлетняя София Зелинские за работу взялись всей семьей. Мы хотим нарисовать цветочки, мирное небо, чтобы было все мир на земле. Чтобы земля была усеяна цветами, смеющимися детьми, чтобы было безоблачное небо, яркое солнце, и нас окружал мир. Акция получилась очень жизнеутверждающей. Ну а ребята в очередной раз задумались, как сохранить наш общий дом, планету Земля, процветающим.